Когда из крана не течет, а из канализации льет, на помощь «Сантехэконом» придет. Круглосуточная прочистка, отогрев и промывка скважин, труб и канализации. Обслуживаем всех, от частных лиц до крупных компаний. За доступные деньги избавим от проблем. «Сантехэконом» и ночью, и днем. Закон, который наделяет регионы правом запрещать наливайки, вступил в законную силу. Документ наделяет региональные власти правом ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Исключение – это рестораны. Также регионы могут ввести требования о возможности розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и в буфетах. Кроме того, законом запрещается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если такое добавление не предусмотрено требованиями государственных стандартов и технических регламентов.